Он работает как молоток Шмидта. Вот у него есть отскок. На какое показание будет отскок? Соответственно, по этому отскоку, в зависимости от того, какая это поверхность, пол, да, пол, стена, наклонная поверхность, мы определяем значение в мегапаскале, прочность на сжатие. Какая должна быть у нас, допустим? Давайте я вот так вот сделаю. Это очень много. Здесь у нас сколько? 48 показателей. Mm-hmm. Для пола 48. Здесь вон. 43, почти 44 мегапаскаля прочность нажатия. По поводу допустимости прочностей нажатия. Вообще наши нормативные документы пропускают. Можно нажатие, не поверите, 10 мегапаскаль. 10. Это очень мало, на самом деле. Mm-hmm.